mieszkam na służbie, to tak sobie. Сильно это должно быть. О, ну, слава богу, полинсяло, какие цвета. Я бы сначала показал, что это на косяк держит. Не понятно, нет. Скорее говорить, что-то купить, это и так понятно. По-другому вы не умеете. Все. Блин. Так, видите, вот эту фигню, в общем, блин, играть просто невозможно. А сюда... Это как обычно. Что-то купить. Как всегда. Куда без этого? Очень неудобно. От того, у нас там повыше бы там. Там у нас там включен отключен микрофон. Не видит, у нас там так себе. Вот еще задание.
Ну, в принципе, играть можно, но очень неудобный вид. И постоянно он меняется обратно, сколько его не меняю. Я его приближаю, он потом опять отдаляется. Ну, микрофон, значит, так себе. Наверное, легче просто на ком скачать какую-нибудь или хотя бы те же лоды онлайн. С такой же у вас графикой. Играть спокойно, не мучить телефон. Этот, ну, как обычно. Так, как я всегда, со сбор всякого барахла. Даже без этого. Конечно, без вилки-то куда же. Такая нужная вилка. Что за ярость? Красный цвет, ну и нахрен мне нужен. Ну, в общем-то, играть можно, если разобраться. Но больше надо удалить. Чем-то мне напоминает игру Fable, первую часть. Там также были странно повествованы. Хлеб, все барахло. Это мне не нужно, надеюсь. Это шир остается.
Вот немецкую дом все. Ничего. Ничего не делаем, да, не знаю. Не разумеется, надо что. Какой-то странный убеждение. Трамбайн. Не забыл зайти. Thank you.
Можно и так. Но это уже слишком. Нихрена себе. Вот что значит мать. Да. Играющий здоровый. Сразу снег почему. Thank you.
конечно, искусственный интеллект тут не очень. Это бабка, это чудовище. Ну, как обычно.
Когда ты сдохнешь, а? Вот, чернеет. Ну, куда попёр? Ну, блин. В опасности, кто в опасности, ни себя не понять, не будем. Что же здесь за мной ходит, а? Блин. Жалею, дед, наверное. Что это было, я так и не понял. Они сверли звуколь, задолбали.
короче, тут опять будет барахло. Понятно, обычно в РПГ.